Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Sony Xperia Z5 Premium. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить режим «Не беспокоить». Для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего спускаемся немножечко вниз и выбираем пункт «Звук». Затем спускаемся вниз, выбираем пункт «Не беспокоить» и выбираем либо только режим приоритета, выбираем, от кого будут сообщения приходить, от кого звонки будут приходить, только от контактов, только от избранных, либо вообще ни от кого. Повторные вызовы разрешить, запретить. Ну и все. Вот таким вот образом настраивается режим «Не беспокоить», а тут вы можете еще настроить блокировку при включении экрана, например, блокировка. Это все отдельные режимы. И теперь, внимание, для активации режима «Не беспокоить» просто нажимаем на вот эту вот кнопочку. Выбираем теперь, на сколько часов вы его включаете, и нажимаете «Готово». Все, мы настроили режим «Не беспокоить» и активировали. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч, до свидания.